Столько QR-код достаточно или прям целый? Ага. Вот у меня QR-код. А, то есть тут нет, если красный, то у вас нет получается. А если красный? Если зелененький, то все, у вас есть. А можно я сфотографирую, какие вот? А то люди очень переживают личные данные. Ну тут нет никаких личных данных, да, так просто. Это как бы вот, и все, закрыто. Угу. Подружка моего возраста, я взяла у нее QR-код, непременно, да? Там же нет базар. Там указано, официально так указано, там указано все серии паспорта, по документу, по стоят проверяют. Ну, я и говорю, то есть вы паспорта требуете, то есть вместе с QR-кодом, или пока не нужно документы приходить? Требуем, если какие-то сомнения вызывают, я обязательно требую документы выдающие. Смотрите, через камеру проверяете, он вас перебрасывает на госуслуги. Ага, так. Вот такое окошко. Ага. То есть здесь нет личных данных, ничего, да? А здесь есть инициалы и паспортные данные, но, само собой, они все закрыты. То есть все показывают, да? Да, показывают QR-коды, прививки, вакцинации. Ну. Или ПЦР-тесты, да? Ну, мы пока что требуем именно сертификат вакцинации, но еще не было таких, что показали прививки. ПЦР-тест. То есть все показывают вакцинацию, да? Да, потому что ПЦР-тест, он действует, если не ошибаюсь, 4 дня. Вы сразу вакцину не ждали? Нет, нет, нет. А где вы не показываете? Вы мне надо взять еще QR-код. QR-код берется, вам надо зарегистрироваться на госуслугу, и тогда там, на госуслугу, вам будет прислать этот QR-код. Ну, это у кого не стоит, у меня еще что-то. Меня его можно будет потом сделать в бумажном виде, в печатном, то есть как в квадрате, будет на бумаге, по нему проходить.